Всем привет, с вами Михаил. Поздороваюсь по-крутому. Вот, продолжаю проходить Demon's Souls. В прошлой части, по-моему, мир, я уже не помню, это 4-2 или 3-2. Вот, в общем, ходим тут и отхватываем нормальных таких люлей. В прошлый раз меня, ну, блин, духи завалили, которые вообще, в принципе, не должны были меня завалить. То есть они не очень сильные, но они меня зажали, и выносливость кончилась. Вот. Я вообще недооценил их, в общем. Потому что давно в нее не играл. И сейчас, я думаю, буду поосторожней. Так. Давай. Дохни. Смотрите, что-то он не понял, не хочет умирать. Все. Так, еще тут такая хитрость есть. Если я не так встану, он просто заскочит на эту платформу, на которой я прячусь от них. Так что я буду стоять согласно плану. Ну и чего? Попал. Отлично. Заколебал ты, блин. Затыкаю до смерти. А, еще же один, да. Его надо также пропустить. Но он сам убьется. С ним-то проблем не будет. Он беспроблемный чувак. Очень мне нравится, как он поступает. Просто берет и падает. Так, ну что, бьем крутых солдатов. Я вообще сейчас рисковать с ними не буду, наверное, луком их застреляю, и пошли они к такой-то бабушке. Огненные стрелы, они, кстати, их не любят. Ну что, парни, держите. Что-то напрягся, встал, да? Раз, контакт. И вот уже можно пока подраконить. Оп. Есть контакт. Блин, промазал. Все, парни, тихо, не беги больше. Иди отсюда. Еще горят, прикольно. О, задницу прямо попал. Нормуль. Не, я знаю, ты не добежишь. Я не хочу с ними рисковать, как-то биться. Хотя, что сделать? Вот так вот. Тихо. Вали отсюда нафиг. А этот стоит уже, не хочет он идти, да? А держи еще подачку. А, вот так вот. Кстати, их двоих могу расстрелять. Нет. Уходи давай, уходи отсюда. Так. Ну, нормально. Как раз даю им пройтись подальше и бью. Все. Почти добил. Ай, блин, да что ж ты? Ладно. Все, нет. Нет, жив. Жив еще. Блин, да что ж ты? Сдохни. Этого надо добить. О-о-о-о. Тихо. Все, одного сделали. А ты стой.
Блин, боюсь рисковать. Ну ладно. А то тут и не придется, да? Походу. Все равно тебя добью. Да что ж ты? Смотрите какой. Не хочет он умирать. Или я не так стал? Да, я поди его просто. С ним тоже биться не придется. Фак, да что такое? О. Самое классное место. Да что ты, давай. Для выстрела. И он, походу, вообще ушел. И это, блин, это плохо. Меня может подловить тут. Есть контакт. Живой еще, смотрите. Был, конечно. А, давай. Все. Трубчик. Смотрите, я только здесь уже в районе 12 тысяч заработал. Неплохо. Так, эти ненужные мне камни. Угли. Вот это вот нужная вещь, но я что-то и не воспользовался в последнее время. Так, надо как-то получше что ли сделать. Чтоб уж наверняка вот это вот взять и проверить ее силу. Окей. По-моему, немножко добавилось, да? Ладно. Это какая-то гнилая смола, по-моему. Ну все, парни, держитесь. А, быстрее заведу. Раз, два, три, четыре. Чего ж так долго-то? Ладно, сейчас еще один будет бродяга. Можно, в принципе, в две руки же взять оружие, и будет намного выхлопа больше. Ага. Выхлоп был. Ладненько. Тут еще должен... А, все, да, смола закончилась. Ну, ладно. Горе не беда. Вот этого мы быстро... Все, сейчас пойдут вот эти вот противные, невидимые. О, 5000 сверху. Ждем вот этих вот смеющихся. Я не знаю даже как. Духов. Вот они. Ах ты, падла. Смотрите, какой он. Че он творит, блин. А так не хочешь? Так, я тогда встану сюда на всякий случай. Как же он, блин, меня поимел, извиняюсь. А, чё я туплю-то? Вот так вот сделаем. Давай, все восстанавливай жизни. Отлично. Ну что? Идем мстить. Так. Сначала, конечно, жизни возьму свои быстрее. Давай. Если умрем, так умрем. 54, охренеть. Ну. Вот один появился. Сразу же второй. О! Тихо, тихо, тихо. Чем они там стреляют? И подожди, бежи, бежи. Тихо, 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 тихо. Чего ж я вас-то, блин, так долго бью? Хрен, да? Да заколебал ты. Сдохни, сдохни. Эх.
пока можно фаш вам поставить. Немножко. Давай. Вроде должна мана лечиться, да, у меня? Ну-ка, давайте посмотрим. Вот так вот, где она у меня? Да, пошло. У меня просто, я по-моему, вот этих вот, которые прибавляют ману, немного. Так что я буду... Ну что, сделаешь? Молодец. Теперь... Я, наверное, бегать... подожди, а почему я быстро бегаю? А, нет, смотрите. Неужто лук такой тяжелый? Так, кольца у меня какие стоят? Нормально все. Так. Все, поехали. Сейчас будут вот эти вот охренительные войны. Или нет? Нет, я ошибся. Путь свободен. Быстрее. Видите, у меня еще нету этих пятен смерти, которые игроки умирали, потому что я к онлайну не подключился. Вот, ну, в принципе, ничего не меняется тут. Оу, тихо, подзабыл. Что? Выдержим его удар, выдержим. Так, интересно, а фаша он много забирает? Хотя чё я туплю? Убьют нафиг. Смотрите, какая падла. Убили! Вообще. Жалко. Ну ладно. 50 тысяч. Еще не ушло, но опасность есть. Надо было вообще вот эти вот очки взять и просто апгрейдиться. Блин, никогда мне еще Demon Soul не казался таким тяжелым. Я не знаю, может то, что реально записывается и иногда вот не успеваешь, вроде, ну как вам сказать. Ага, я еще и лук уже убрал. То есть глаз вот этот FPS, когда при записи не замечает или ну, что-то типа того, и получается вот проигрыши такие смешные. Допустим, на самом деле бы справился с этим, с этой проблемой. Тихо, парни. Ёб твою мать. Все, попадос, да? Смотрите, какой. Иди сюда. Ё-моё, блин. А, то есть я же еще очень тяжелый стал, а? Черт побери, блин. Сдохнешь ты. Так, ладно. А где у нас главный демон? Экономим. Тут никого нет, да? Он где-то здесь. Ай, ладно. Хрен с тобой. Где ты?
падла, покажись. Ну, черт, он куда ушел-то? Он, наверное, в проход этот. Как же его? А их вообще убивать-то обязательно? Ладно. Первый готов. Придется вас так, да? А то потом... А, вот он обратно вернулся. Вот я, блин. Он же обратно вернулся. О, нифига себе он там. Тихо, тихо, тихо. Там еще друган его был. Ух. Парни, ну вы даете, блин. Так, фаши он ставим и... Конечно, плохо, что я еще не могу носить позволяющее количество доспехов. И вот приходится вот так менять. Так, опять вот эту фигню дали. Уголь. Походу, вот этих углей-то у меня очень много. Кстати, а почему я бегаю? А, у меня нету лука. А, точно. Так, ну ладно, давайте сделаем, из-за чего я здесь. Окей. И... Так, тебя уберем. И лук поставим. Все. Проще пареная репа, как говорится. Сорок восемь. Это каких у меня стрел? А, огненных даже. Смотрите. Уходят просто. А я забыл купить. Ну ладно. Получится у меня его по-быренькому? Не получится. Еще чуть-чуть меня и не... О, смотрите, странно. Он куда стреляет? В спину. Отлично. Тихо. Они еще на управлении, эти стрелы, так что вообще опасно. Есть контакт. Что там, еще кто-то, да? Никто не умер? Нет, смотрите. Вот этого позовем. В пах ему. Ну все, с ним я тоже шутить не буду. Серьезные такие противники. Получил все-таки, я отбил, нормально. Так, и последний остался, самый простой такой. Убейся. Все отлично. А где жизни-то, я не понял. Почему мне травку не дает? Она очень быстро бы здесь кончалась. Вот представьте, если бы я ее использовал, что бы у меня вообще осталось? Ничего. Так. 23 стрелы, да? Ладно. Огненные стрелы. Еще, я думаю, смогу их повалить. Первый пошел прямо в лицо. Так, я вас по очереди буду. Попаду? Нет. Тебе это понятное дело. А вот того еще бы желательно. Ну ладно. Походу он идет, да. Давай, давай, давай. Сейчас уже каждая стрела на вес золота. Есть контакт. Блин, еще и промазал, да?
Вот непонятно, он пойдет или остановится. Отлично. Иди давай, иди. Так. Смотрите, уже 36 стрел, было 100 с копейками. Так, я немножко подожду. Прямо в голову. Вот сейчас может прийти, нет? Ага. Теперь вот не надо их подальше, пускай отойдут. Такие друзья, блин, товарищи. Оп. Оп. Тихо, тихо. Можно, наверное, добить его. И нет. Иди, 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 иди сюда. А вот, вот и нет, да, значит. Блядь, да что ты? Вот сам лоханулся, если честно. Ну что, 50 тысяч душ просто в никуда. Да. Что дальше будет? Дальше будет только серьезней. Ладно, сейчас все сделаю. Постараюсь. Долго уже тут мучаюсь, долго. Так, первого же духа завалим. Обидно, конечно. Мог бы истратить их на усовершенствование. Получилось вот так вот. Все, главное не спешить. Вау, еще огненные, да? Все, парни ушли. Тихо. Давай мне огненных побольше. Да побольше, побольше. Таблетки от жадности. Сколько? 96 всего. Пусть будет так. Зато уже не страшно. Если умру, то как бы ничего не потеряю. Оп. Надо, хотя ладно, экономим 23 стрелы этих простых стрел. Так, еще и промазал, да? Такс. Ах ты. Последний-то, да. Неудобно встал. Ну ё-моё, блин, да что ж ты? Косорукий-то такой. Что я, блин, косорукий? Ну всё-таки это вам не мышка, но вот так вот бывает. Еще один, да? Живучий, падла. Все, на этот раз, я думаю, игра закончена. А вот если в тебя сейчас стрельну, ты упадешь? Оп. Да. Я думал, может что-нибудь изменится у него в голове. Потому что его обычно другим убивают. Так, здесь не надо стоять на краю, потому что он заберется. Воу. И здесь тоже не вариант, упасть можно. Сдохнет-то, блин. Ой, только не упасть.
Только не падай. Ладно. Ах, мои души. 10 всего. Подождите, а где у меня щит? А, вот он. Осталось 7 простых стрел, офигеть. У меня там еще какие-то есть, тоже не суперские, но... Смотрите, трясется. Раз, пошел. Еще, ягодичку. Пока тебя пожалю. Не вздумай только прийти ко мне. Ты чё стоишь, блин? Кумарит. Поехали. Да что ж ты, блин? И тебе достанется. У них какой-то промежуток метровый, бегут они, а потом все. Передумывают. Ладно, в кого-то все равно попаду. И есть контакт. Все, хватит. Не вздумайте. Вот если они вдвоем на меня нападут, будет реальная проблема. Походу проблема начинается. Да что ты? Ладно, он один, да? Окей. Получил по щам. Да я ничего не боюсь уже. А вот так вот не хочешь? Есть. Смотрите, он живой. Что-то я не понял. Он должен был сдохнуть. Как минимум. У него было меньше половины жизни, по-моему. Ну ладно. Учтем. Так, здесь. Здесь я колечко хочу поменять. По крайней мере, жизни-то быстро здесь идут. Видите, по 4 добавляется. Можно было бы еще кольца прокачивать. Так, ну хватит. Все. Бежим. Блин, сколько я на этом этапе, офигеть. А-а-а. Чё, блин? Чё, вообще не упал? Фу. Травку. Я не буду рисковать тут. Они такие звуки издают, как какие-то дельфины, я не знаю. Тихо, 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 тихо. А вот так вот. Неплохо. Сейчас самого главного Бармалея надо добить. Ой ты, блин. Смотрите, что творит. Офигеть. Я просто офигею от этого уровня. Я сейчас просто сделаю. Возьму жизни своей души и прокачаюсь. Ты куда стреляешь-то, я не понял. Просто прокачаюсь. Вот эта фигня выходит. Выходит какая-то фигня, меня тут просто имеют. Извиняюсь за выражение, но вот так и есть. И давай еще раз. Все, да? Тихо, парни. Очередь.
еще, да? Живучая собака. А, нормально. Оп. Опять же, этот камешек. Я тут уже, наверное, столько их подобрал, дай боже. Так, ну ладно, посмотрим. Смотрите, промазал все-таки. Оп. Блин, только бы не упасть еще. Тихо. Что-то он на меня напал неплохо. Все, похоронил его наконец-то. Наконец. Так, от тебя я избавлюсь сейчас. И есть контакт. А ты что стоишь? Все. Блин, пробивал меня. Ну как пробивал? Выносливость, по крайней мере. Щита, слава богу, нет. Так, на прокачку, значит, да? Смотрите, сидели, медитировали. Вспомнил я, как их называют, этих магов. Это некроманты. Вот. Я думаю, что это они. Некроманты — это что-то колдуны и плюс нечисть всякая, то есть они умеют колдовать и не совсем люди. Вот. И, ну, это мое мнение, я не знаю, может, я ошибаюсь, конечно. О, тихо, 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 стойте где стоите. Бум. Ладно, вдвоем, так вдвоем. Смотрите, что я сделал. Тихо, тихо. Ты один, иди сюда. Иди, иди. А вот так вот. Не хочешь? Обманули дурака, да? Ё. Сдохнешь ты. Смотрите, они какие живучие. Это просто офигенно. Так, вот сейчас ему сзади как раз надо, пока он меня не видит. А вот так вот. И пока отсюда. Отлично. Удачно я его, конечно, выкинул. Здесь вот самое главное, осторожно надо. О, блин. Фу, по-бырому. Так, дальше. Главное. А, так, куда? Не буду я лечиться пока. Вот здесь можно побыстрее, побыстрее. Есть контакт. И как раз свои души. Что-то не очень много их. А, 30. О. Теперь нормально. Ну что, прошу. Ау. Еще, смотрите, появился. Промазал. Вот так вот нахрен. Дохнуть все. Смотрите, их сколько тут много было. Мне вообще не поздоровилось, я думаю. Сейчас ждем. Ждем писклявого. Черепа еще, офигеть. Так, 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 так.
Я знаю, ты где-то здесь. Вот он появился. А где он? Во. Вот он ты, значит, да? Смотрите, три раза только и все, его нет. А еще с ними мучился. Все-таки я думаю, я одолею босса и вот так вот попробую, попытаю счастье. Он появился, да, они? Он, они. Они вдвоем появляются, так я быстро одного надо, оп. Ага, сразу же, смотрите. Какой-то магии бьет. Оу, тихо, 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 тихо. Все. Отлично. Ну что, пока нормально прохожу. Без всяких проблем. Вот так бы всегда. Так. Здесь сейчас сразу будет дух. Где он? А вот он. Тихо, тихо, тихо. И некроманта бы сразу подсветить нам. Так, ладно. Поехали. Быстрее, быстрее, быстрее. Дохни. Тихо. Не смей. Удача. О, чуть не упал еще, да? Блин, я уже до босса почти добрался. Офигеть. А вот теперь можно залечиться и лук убрать, меч поставить. Потому что мне сейчас это все понадобится. Подождите, я его не поставил, что ли? Да, что-то я немножко промазал. Или я его даже убирал. Блин, еле прыгает. В пещеру все заходим, все мрачнее. Мрачнее встает. Ну что, самые опасные фигнюшки летают, я даже не знаю, как их назвать, духи, в общем. И здесь я уже все взял, так что мне, в принципе, не обязательно с ними ссориться. Люди, быстрее, быстрее, быстрее. Быстро, быстро уходим, уходим. Ну что? Улитки. Так, ну грохнули. Вторую. Только не этот. Шаровая молния, блин. Можно, в принципе, нет, буду избавляться от нее. Так, лечимся и нормально. По крайней мере, от одной шаровой молнии избавился, уже проще будет. Тихо. Блин, да что ж ты делаешь-то? О, кстати, тут же у меня что-то есть, да?
Ага. Ну, они, кстати, много всяких камней дают. Да что такое, блин? Быстро, быстро уходим, уходим, уходим. Я уже так машинально. Окей. Отдохли. О, красный камень еще какой-то взял, да? Отлично. Кто живой еще? Ну давай. Дал что-то, нет нам? Нет, ничего. Я больше не буду их трогать. О, тихо, тихо, тихо. Только не ты. Ага, смотрите. Тебя-то как я пропустил? Чё ты фигня такая? Он красный уголь или что это? Уголь, по-моему, тоже, как в Dark Souls. Тихо, 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 парни. А сейчас не вылечить, да? И сейчас не вылечит. Блин, 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 блин. Тут надо осторожнее все. Сейчас нормально. Теперь, по-моему, сюда, да? Здесь их вообще охренеть как много. Все, добежал, 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 добежал. А-а-а! Вот зря радовался, да? Вот что значит, когда заранее радуешься. О, успел. Тихо. Улитки. Да ёпарасоте. Так же нельзя. Оу. Сейчас тебя зарублю. Все отлично, да? Так, у него что-то есть. Не хочу я с тобой связываться. И вообще, вот я иду вот с этим щитом, который у меня сейчас. Босс его пробивает. Сейчас опять упаду. Так, вроде нормально. А тут, конечно, я сглупил. Тут узкий, узкий такой проход. Вот и все. Трупы, да, смотрите, скелет. Офигеть. Круто. Здесь, а что у меня? Колдовство только одно, да? Плохо, ну ладно. Надо подзаправиться. Так, стрелы, стрелы, стрелы. Огненные, я думаю, не помогут. Вот, и в принципе все. На сегодня я хочу уже закончить, сделать маленький отбой, потому что уже в районе, да, 50 минут, 45 минут. Хотел все, чтобы серия была где-то, ну, не знаю, минут 30. Не получается. По крайней мере, с Dark Souls, Demon's Souls заигрываюсь. Вот. Ну все, на сегодня отбой. С вами был Михаил. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока.